ребята, и сегодня я снимаю Чёрный Волк. Большой шарик мы уже открывали. И теперь давайте посмотрим, что же нам пришло во второй посылке. Ой, что-то все в мешке, да, Лисюня? О, а давай мы его просто разорвем, вот этот пакет. Давай. Я немножко разорвала пакет. Давай. Вау. Да, сегодня мы что-нибудь откроем, но не все. Смотрите, здесь у нас есть блестящая серия Лол, мы их открыли, ребята, все. Ребят, знаете, давайте мы один вот этот там чёрный откроем и одну кувалку такую. Ну, сейчас посмотрим, у нас же здесь не только такие. Вот смотрите, у нас есть конфетти поп. Вот честно, уже не помню, что мы заказывали. Мяу. Так, это у нас Пэтси. Мяу. Две штуки, один конфетти. Мяу. Так, еще Пэтси. Много Пэтсов. Ой, еще один. Еще один конфетти поп. И что, еще один, что ли, конфетти поп? Да куда так много-то конфетти поп? Еще один. Так, и Лол Перл. Лол жемчужный. Вот он какой красавчик. Он маленький. Он поменьше, да, чем блестящий большой, гигантский. Вот. Так, ну что, куда мы его ставим? Да. Сюда, да? Больше ничего нету, точно? Сюрпризик там на дне. Ну, покажи какой. Ну вот, смотри. Вау. Конфетки тебе положили. Мармеладки. И какой-то такой. И магнит на холодильник. Вот так. Ну что, Лисюня, что-то будем открывать сегодня? Да. Знаешь, что я хочу в конце открыть? В начале. Вот это. Вот этих мы всех открывали. Это мы кому-нибудь подарим. Это мы точно не открываем. У нас есть практически все куколки. Блин, у нас нету только пчелки. Ну, я откроем, посмотрим, как пчелка будет. Ну что, все-таки все открыть хочешь? Да, давай все сразу. Нет, все сразу не получится. Мама, значит, давай. Выбирай только два сюрприза, какие мы сегодня откроем. Мама, давай ты. Три? Ладно, давай. Ребята, вы только посмотрите, какие размеры этих шаров. Они просто гигантские. Даже маленький Лол Перл тоже гигантские. Он маленький. Да. А вот этот просто гигантский. Просто гигантский. Осторожно. В общем, решили мы открыть маленького Пэтса. Пэтс шарик и один блестящий. Ребят, я открываю. Все, и Перлу откроем сегодня. Остальное будем открывать в зависимости от поведения Алисы. Будет хорошо себя вести, будем открывать. Открываем. Но там, говорят, одна куколка, русалочка и сестренка ее, да? Да, да. Одинаковые. Но у всех одинаковая она попадается. Но нам в коллекцию подойдет, потому что у нас уже огромная коллекция Лол. Это что такое? Она могла открыться, что ли? Зачем они так запаковали? Или это так задумано? Так задумано. Ничего себе, а это так не было закрыто, да? Этот шар. Замчужина. Замчужина. Вау. Ну все, это будет подставка у нас. Ставь сюда, да, шар. Здорово. Вообще круто получается. И что у нас здесь? Это все шипучие шарики? Нет. Нет, не все, да? Это украшение, да? Что это такое? Посмотрите, какая классная маечка. Как будто две ракушки. Прозрачная розовая маечка с двумя ракушечками. Что еще? У нас есть юбочка, трусики. Это купальник, да? Это трусики от купального костюма. Здорово, трусики от купального костюма. Двое сандаликов. Вот такие сандалики красивые. Поднимаем крышечку. Что там? Окуна всем. Слушай, а здесь ничего не должно было быть? А, просто не должно ничего быть. Что-то должно быть? Нет. Так. Это подставочка. Ага. И нам что-то тут подарили. Вау! Что это? Наклейки! Наклейка, думаешь? Да, он тизовый, подкога его пуки. Ого, ничего себе! Килограмм весит. Ребята, смотрите, сколько блеска здесь. Ну все, давай, Лисюнечка, забирай, держи. Я пойду воду наберу. Открой его сразу. Получается, дочь? Да. Ты моя умничка. Замчуса народить. Раз, два, три. Вау, вот тут сода, вот тут такая. Обалденно. А, она же сумелится. Ничего себе.
Классно, классно. Сейчас посмотрим, кто у нас там будет. На стол. Что, вытекает? Да. Давай немножко наклоним на себя. Вау. Ну, долго он будет таять, потому что мы открывали с тобой, помнишь, из вот этого шарика? Тоже долго таяли. Красота. Нежно, как будто массаж. Мне кажется, здорово было бы в ванной. Это фонтан. Это какое-то бурление тут. Это какой-то фонтан. Пахнет вкусно? Очень вкусно. Ой, шикарно. Как будто мороженка, да, доча? Манго и клубника. А внутри ракушка? Да. Мама. Вау. И тебе это куколка? Да, классная наклейка, да? Да. Ребят, я жемчужина. Я море. У тебя руки розовые, ты видела? Розовые. Так, держи полотенчика. Вытирай, хорошо вытирай. Здесь у нас все еще все шипит. Очень красиво, да, Алисинь, получилось? Вообще красота. Фонтан пропрай. Анка, вот это скука, ребят. Все, мама, так, открывай. Ну что, открываем, давай посмотрим, что же там внутри. Очень интересно. Этот. Вот там дырочка, да. Помочь? Так, пакетики. Какая красивая. У нее кожа как будто золотистая. Прям вся переливается. И волосы переливаются. В общем, она как будто перламутровая. Мама! Это ограниченная серия. Таких больше не будет. Ой, какая крошечка, смотрите. Младшая сестренка. Прям малышечка. И цвет глаз такой же. А какое качество. Посмотрите, как все прорисовано хорошо. Супер. Так, что у нас было в наборе? Вот такая вот сосочка. И одежку мы уже с Алисой открыли. Сейчас одеваем наших девочек. Точнее, одну нашу девочку. Да, получается, у нее будет запасной комплект одежды. То есть можно будет ей что-то из этого одевать. Лисюнь, ты довольна этим? Да. Этой жемчужиной? Не разочаровала она тебя? Нет? Да, и какая красивая жемчужина. Смотрите, мы ее вытерем, помоем. Супер. А вот здесь, кстати, подставочка под ножки куколки. То есть ее сюда можно ставить, и она у нас получится как будто русалочка. И рядом сестренку можно посадить, да, доча? Mm-hmm. А вообще этот набор можно брать с собой куда-нибудь в поездку. Вот, то есть туда куколку можно складывать, закрывать, и все, и с собой куколку можно брать. Даже младшая сестренка, наверное, туда поместится. Вот, посмотрите, как все красиво смотрится. Супер, супер. Да, да, это сегодня Алиса пятерочку получила на занятие. Я замчузана. Да. Мам, я такая за куколка. Это ты, да? Классная кукла, вообще супер. Я ее называю Алиса Жемчужина. Алиса Жемчужина, отличное имя для этой куколки. Ну что, давай открываем дальше, Алиса. У нас с тобой осталось два шарика. Алис. И блестящая серия. Жемчужина. Вот это зовут Жемчужина, а вот это Алиса. Ладно. Вот это Жемчужина. Ну я уже вот знаю, что здесь будет повторюшка. Нет. Как ты думаешь? Нет, мы уже с тобой все открыли. Всю блестящую серию открыли. У нас там буквально две куколки не попалось. Ну ладно, давай открывай. Посмотрим. Повторюшку отвезем нашим подружкам в Челябинск. Да. Бриллианты бесконечность. Слушайте, ну это может быть какая-то редкая даже куколка. Так, определяем по одежде. Что у нас такая была? У нас такая была уже? Ну, мы ее потеряем. Да ну. Да. Голубой блестящий топик и юбочка. Давайте дальше смотреть. У нас такая была. Сосочка тоже голубенькая. Да, я сейчас сделаю так, ребят. А, смотрите. Беленькие туфельки, как у балеринки. Пум-пум-пум-пум. Повторюсь, что я знаю.
нравился дядя Федя. Все, я ее узнала. С коричневыми волосами и на голове шишечка, да? Высокая шишечка. Нет, не очень высокая. Да-да-да, я ее узнала. Вот они, наши девочки, которые нам сегодня попались. Сейчас. Вот это очень красивая, с короной девочка, очень красивая. Прям необычная. Нет, вот эти необычные. И эти тоже необычные. Это даже не обсуждается. Лимитированная серия, ограниченная. А вот это необычная. Очень редкая серия. Фу. Ну, Алиса, нет, не фу. Классная девчонка, красивая. Ну что, открываем Пэтс. Ребята, вы заметили, что тут другие замочки, другие? Да, Пэтс вообще все другое. Да, и серия совсем... Да, ты серия 3. Лол, сюрприз, Пэтс. Да, лол, сюрприз, Пэтс, и тут косочка. Такого у нас еще не было, желтого. Вау. Розовый лоток. Розовый лоточек с песочком. Нам нужен совочек, да, Лисю? Да. Давай откроем все пакетики, и где-то будет у нас с тобой совочек. И даже собачка давай. И сама собачка, да. Или зайка, или еще кто-то. Там же разные питомцы могут попасть. Да. Так, смотрим. Не было такого? Зайка с сережками. Какой красивый. Нам надо египетскую куколку найти. Да. Это ее питомец. Вот такой классный зайчка. Ручки не поднимаются. В ушах сережки. Крутая прическа с гулечкой. Я нашла лоток. Нашла лоточек? Не лоточек, а лопаточку, да? Совочек. Так. Вот он. Головка у него мягкая, а тельце у него пластмассовое. Мама, он редкий. Редкий? Нет, простой. Смотри. Золотой совочек, да? Я нашла одно сокровище. Что это будет? Алиса, нашего зайку зовут Банни Вишес, и он у нас, ну, не редкий, но что там было? Телефон? Нет. Он у нас фанки-шик, то есть он, ну, не редкий, но и необычный. Ребят, нам попалась вот такая, наверное, планшетка, либо какая-то игра. Я не знаю, что это. Мама, это не планшет. Ну, это больше на игру, да, похоже? Нет, это не планшет. А что это, Алиса? Я знаю, это такая карточка. Такая карточка записная. Какая-то карточка, да. Она записная. Угу. Что это? Это ожерелье, ошейник. Ошейник. Одеваем тебе ошейник, моя зайка. Зайка, зайка. Вот такие куколки, и зайка нам попался. Алиса, кто тебе понравился больше всего в этот раз? В этот раз понравилась жемчужина зайка. А вот эта девочка-повторюшка, да? Да. Да. Пока-пока! Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.